Всем привет, друзья! Часто происходит такая тема, как отрыв мышц. На самом деле, еще гораздо чаще происходит отрыв сухожилий. Это та штука, когда у вас отрывается вот тут бицепс, это отрывается сухожилие, и бицепс взлетает вот сюда, вверх, и становится таким комком. Это именно отрыв сухожилия, потому что мышцы состоят из кучи пучков, и очень сложно их порвать все вместе. Поэтому отрывается сухожилие, которое находится вот тут и крепится к нашим костям. Часто суставы и связки и сухожилия отрываются в разных местах абсолютно. Это могут быть бицепс плеча, это может быть просто бицепс вот здесь, да, в этой, может быть мениск. Часто это происходит у обычных людей и у спортсменов. Почему происходит у обычных людей? У обычных людей это происходит, потому что они не тренируются вообще, и у них не натренированные сухожилия и вообще мышцы. И поэтому у шахматистов очень часто, когда они сидят там, партии играют по 5 часов и резко встают, у них отрывается мениск. И все, такое происходит. У спортсменов это происходит, потому что... В большинстве случаев это происходит, потому что накачанные большие мышцы, но неразвитые сухожилия. И поэтому, когда большие мышцы, они тянут просто сухожилия слабенькие и вырывают их из кости. Сегодня я вам покажу упражнения, которые помогут предотвратить растяжение, разрывы связок сухожилий на турнике и брусьях. Поехали! Итак, друзья, самое важное перед каждой тренировкой делать разминку на все группы мышц, на все просто связки сухожилия. Начинаете с головы, сверху доходите до низа. Очень хорошо разминаете шею, потом просто связки плеча, сухожилия, потом вот так делаете, то есть разминаете связки локтей, потом доходите до спины, да, разные повороты, вращения. Такие, потом связки ног, если качаете, особенно ноги, обязательно надо разминать ноги, чтобы у вас не было травм. Первое упражнение, которое будет укреплять связки и сухожилия, и плеч, и локтей, и колен, вот такое, на все сразу же связки будет, погнали. Короче, оно выглядит довольно смешно и странно, но нужно вот так встать и на выдохе, то есть вы сначала вдыхаете, а потом на выдохе просто пытаетесь как штангу вверх потянуть эту фигню. И напрягаете все мышцы абсолютно, всего тела. Это очень странно, конечно, но будут развиваться все сухожилия и связки. Так, следующее упражнение это на укрепление сухожилий плеча и локтя. Делается оно так. Это статическое упражнение, я хочу сказать, что большинство, почти все статические упражнения укрепляют суставы, сухожилия и связки. Делается оно так. Вы подтягиваетесь до середины, и вот в этой амплитуде висите. Дыхание равномерное. Тем самым будут укрепляться связки. Советую вам в этом подходе делать где-то, точнее в этом упражнении делать 5 подходов, ну где-то по 30 секунд висеть. И еще есть такое. То есть мы делаем еще за голову. Вот таким образом. И вы висите так же. Это будет укреплять связки больше с задней стороны, которые подводящие к спине, широчайшие мышцы и так далее. Чтобы не было никаких разрывов и растяжений. Также очень часто рвутся не только бицепсы, но и также грудные мышцы. Когда большие такие огромные атлеты поднимают огромные веса, у них очень часто отрываются мышцы, потому что грудные очень большие мышцы, а связки, которые, они не развиты и слабенькие. То есть сухожилия, которые подводятся вот сюда и крепятся у нас больше к плечу. Грудь вся идет сюда. Поэтому мы сейчас сделаем упражнение, которое будет укреплять ваши сухожилия и связки, именно грудные. Погнали. В таком положении тоже висим где-то 30 минут. 30 секунд, минуту. 30 минут, блин. То есть висим вот так. Это не будет качать ваши мышцы, но разовьет связки, суставы и сухожилия. Надо висеть до того, пока вас очень сильно трясти не начнет. Короче, сейчас мы переходим к самому важному, самому основному. Это отрывы бицепса, потому что бицепс отрывается, наверное, чаще всего. Упражнение, которое поможет укрепить суставы, сухожилия вот в этом месте, которое привязывается. Ну и тут тоже на турнике. Висим тоже в статическом напряжении. Вот так. Повисаем и висим, пока вас просто... трястин не начинает, как собак. И делаем тоже где-то 4-5 подходов.
ну, секунд по 30-40, сколько выдержите, у всех разная сила. Друзья, если у вас есть страхи по поводу того, что у вас будут отрываться мышцы сухожилия, делайте эти упражнения, я советую их делать 2 раза в неделю, этого будет достаточно, где-то по 10-20 минут, этого хватит. Вот, а так, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, покажите его своим друзьям. Пока! Everything I used to dream in.